Потомственный врач Анита Кайсина работает в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных Видновского перинатального центра уже 3 года. На выбор места работы решающее влияние оказала программа «Социальная ипотека». Выбирала место работы. Это выбор как бы состоял между Москвой и Московской областью. В силу того, что я узнала, что есть вот эта программа по социальной ипотеке, я узнала условия, и они мне понравились, и поэтому как бы мой выбор пал на Видновский перинатальный центр. Впрочем, не только ради выгодных условий пришла Анюта именно сюда, но и ради коллектива. Здесь ее любят и ценят и коллеги, и начальство. Добрая, умная, начитанная, интересная, компанейская. Все, что нужно, она схватывает на лету. Да, что-то, если что-то не знает, она всегда обратится. Что-то мы, если не знаем, она знает, да, мы к ней обращаемся. Это, как всегда, такая взаимопомощь. Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных – место, где работают люди с большим сердцем. И неудивительно, что Анита стала здесь своей. Недоношенные дети – это шок. Но что в той реанимации, которая при роддоме, что здесь, я просто удивилась этим людям, которые, ну, круглыми сутками, вот даже, они, вообще, мне кажется, иногда они отходят от этих кювезов, потому что они постоянно здесь, постоянно на подхвате, и у меня вот эта некая уверенность появилась. Суть социальной ипотеки в том, что выплату стоимости квартиры региональное правительство берет на себя, а участник программы погашает только проценты по кредиту. Я купила квартиру, нам как бы с семьей, мы там сейчас живем. У меня 2 детей, 2 дочки, 8 лет и 10 лет, ну, они ходят в школу, и мне помогает бабушка. Квартира находится в городе Видное, где непосредственно находится перинатальный центр, буквально в 10 минутах отсюда, а квартира 3-комнатная. Программа «Социальная ипотека» запущена в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева в 2016 году. Максим Козлов, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева. Видное ТВ.